Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. 13 день, 325 драконьих коряк я забираю. Так, ну что, сегодня допройдем события. Так, Беззубик, ну, порадуй меня. Эй, принес мне просто рыбу. А мне нужны копья. А он никак не хочет, ребят, мне их приносить. Ну что, я тогда, наверное, отправлю его. Мне сказали, что надо постоянно отправлять в одну и ту же точку. Ну что ж, давай я отправляю его опять на остров огнеедов. Посмотрим, насколько вы правы. Так, отправил я Беззубика. Ну что, заберем здесь 150 тусклого янтаря. А, древесина. Так, дальше отправляем. Так, водорез пускай тоже идет. Этот тоже полетел. 109. Кстати, нам нужно этого-то парня прокачивать. У него 109 уровень. Фу ты, 109. Ну да, 109. И рыбы 109 миллионов нужно. Надо как-то заняться вплотную. Да? Костоломом. Как по мне. Что он у нас там дуркует постоянно? Так, сморкало бесплатно. Здесь у нас... Так... Давай, сарделька, приручай там всех, опять же, бесплатно. Барсик, что-то нам выделишь? Тусклый янтарь. Блин, мне все-таки обидно, ребята, что у нас отняли очень много рун. Очень много рун отняли. Должно было быть там сколько? 600, да, я на увеличение поставил. А по итогу, блин, у меня... Офигеть, блин. Почти... Сколько? Почти 1500 отобрали. Как будто, знаешь, как будто я их так легко нахожу, что могу себе это позволить. Такие офигенные траты. Нет, конечно. Не могу себе позволить таких трат огромных. Так, значит, на обмен. Здесь у нас ничегошеньки нету. Но этих орлов я сразу отправляю за древесиной. Этого за рыбой. Этот мне принес железо. Что очень меня радует. Так, завай за древесинкой. Ты у меня пойдешь за рыбой. Буйволорд, пускай тоже летит за рыбой. Такс. Этот у нас получает уровень. Модификрылка за рыбой вперед. И где мы тут... Ребятульки, так, лес. 120 миллионов древесины. Ну что, да вряд ли он, конечно, будет прокачиваться в титаны. Тем более с первой-то попытки. Конечно же нет. Ему надо повыпендриваться, поломаться. Так, это ты еще на тренировке. А ты не хочешь потренироваться, а, малой? Ну-ка, беги. Быстро в школу. На тренировку. Ну, вроде бы здесь пока все, ребят. Давай-ка мы, наверное, заберем наши паки. Монеты Одина. Душитель, шипорез, громорог. Кстати, у нас 137 монет Одина можно потратить немножечко, как думаешь? 6 монет Одина и сам пак. Шторморез, крылатый ужас, громобой защитник. Окей. Откройте два набора карт. Теперь давай проверим наших драконов. Чешуйка плюс тусклый янтарь. А второй... Руны плюс, опять же, тусклый... Ой, тусклый, ну да, тусклый янтарь. Ну что, теперь заберем пак и, наверное, пойдем уже на события, ребят. Громоль, шипорез, алая плеть. Слушай, алая плеть нам часто выпадает, но он, так как она у нас не прокачана, я ничего с ней сделать не смогу. Так, задание завершаем. Плюс получим сейчас награду. Одну. Блин, нам немножечко не хватает. Там 750, да, нужно для того, чтобы... О! О, друзья мои. Нам хватит, чтобы открыть один... Пак, сезонный рынок. Да, я хочу купить. Так, 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 так.
И стая светлячков. Это что-то новенькое опять. Стая светлячков, вот сюда мы ее поставим. И пускай она нас там радует. Что у нас тут? Новая акция. Кораблю Йохана. Остояр Крогана. Нифига, а где вот это вот все брать? Слушай, а у нас древесины дофига. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Сейчас отправлю вот этого парня на поиски. На поиски, естественно, железа. А ты что у меня прохлаждаешься? Давай вперед, иди. Рыска, ищи. Ну все, вроде бы. Так, друзья, события. События. Сколько там осталось? 1:49. Вы серьезно? Блин, мне нужно, ребята... Как можно быстрее, тем более тут 100 рун. Ёк, Макарёк, это я вовремя успел зайти. Подожди, раз, два, три, четыре, да. Ровно 5. Ну что, поехали. Ровно 5 боев и у нас ровно 5 энергии. Так, ужасное чудовище, да? Поехали, начнем его потихонечку мурыжить. Он один, две волны. Замечательно. Давай, дебаф. Кусаем. И добиваем. Блин, по-моему, как-то громковато, не? Ё-моё, зачем я так-то начал делать? Надо было, наверное, змеевика бомбануть для начала. Ну, я думаю, что успеем мы его. Их трое, я не заметил. Я не заметил, ребята. Громоля, нифига себе, это как так-то? Это как так надо быть увлеченным, что даже не заметить? Блин, кто-то сейчас что-то сделает. Соответственно, это будет разбег. И это достается моему... Ай-яй-яй-яй-яй, шторморезу. Они же его уничтожат. Или не уничтожат. Слушай, когда мы принимаем грушу, кстати, мы снимаем с себя все дебафы. То есть это и понижение брони, которые вешают на нас, и все прочее остальное. Это, кстати, очень круто. Ну что, добьем? Так, Громыль остается у нас один. Один на один против... Точнее, один против трех. Дебаф. Удар и добивка. Ну вот и колесо. И дает нам 262 миллиона рыбы. Ну неплохо, неплохо. И сразу же у нас мини-босс. Сразу же. Потом будет загадочный пак. Потом простой поединочек. И будет уже ареновский пак. Их здесь двое. Я смотрю, здесь дышащий, дымодышащий и... Громорог. С кого начнем? Начнем с дышащего, да? Три волны. Это меня не радует нисколечко. Давай-ка, наверное... Да какой укус? Я же хотел пальнуть по нему. Ну, ё-моё, ну, Рэй, ну нафига ты так... Лопушишься, скажи вот мне на милость. Так, нам кинуться хватит энергии? Хватит. Замечательно. Но он жирный. Фиг ты его так нахрапом возьмешь. Так, задебафим. Двойную. И пробивка. Вторая волна. Три пристиголовых. Слушай, ну это... Это как-то жирно. Они сейчас меня тут начнут расписывать. Они фаерболами, во-первых, ребят, бомбят. И это сейчас сюда же, да? Я хочу сейчас сделать... Да, я буду делать отхил. Отхил с уничтожением, как говорится, одного из пристиголовых. А это сейчас фаербол влепит. Я не сомневался, что именно сюда он зарядит.
Поехали. Отхиливаемся. Блин, опять же, все равно, ребят, понижение брони. Смотри, что вытворяет, а. Просто полюбуйся. Ёк-макарёк, неужели уничтожат? Не успел. А кто не успел, тот опоздал. На тебе. Ну, я потратил все, ребята, груши. Плод мудрости. Я их все потратил. Они всегда бомбят именно моего штормореза, ребята. Постоянно его колбасят. И какая-то, блин, неприязнь именно к нему. Так, двойную. И отхил. О, да, отхил. Ну что, я могу сказать тебе, с этим мини-боссиком мы справимся. Но это первый из трех. Да, по-моему, еще два будут впереди. Так, здесь дебаф. Сейчас он шмальнет, наверное. Ага, двойную атаку сделал. И пробиваем. Дай мне что-нибудь путевое. Прилив сил, не откажусь. Отлично, спасибо. Загадочный пак. Забираем. Полетел он, короче, на почту. Раз, два, три. Три поединка, три энергии. Ну, здесь обычный проходной поединок, так что волноваться особо здесь не стоит. Надо стоит волноваться уже, когда будет мини-босс. Ну и, соответственно, еще один боссик. Самый главный. Угу. Дебаф. Стражи, ребята, надо обязательно дебафить, иначе они будут, во-первых, очень медленно разбираться. Ай, как же так-то, а? Я думал, мы его сможем добить. Вторая волна. Плестиголовый плюс скалотряс. Ну, скалотряс сейчас будет пережевывать мне, да? Моего барсика, скорее всего. Нет, шторморез решил он бомбить. Допустим. Так, и... добьешь? Нет, не добьешь. Вот так вот. Последняя, третья волна. С этого начнем, да? С шустрого. Начнем-ка с шустрого. Так, ну что, хиляем команду нашу. Укус. И добиваем. Очередное колесо, которое дает нам рыбу. Я думал, сейчас три плода мудрости как выпадет. Но это была мечта всего лишь. Забираем пак новичков. Шторморез, шипорез, лаварык. Все. А впереди у нас мини-боссик собственной персоны. И дай две волны, пожалуйста. Не надо три, дай две волны. Так, музыка исчезла. Три волны, блин, и это на мини-боссе. Фигово. Так, ладно, будем... будем ушатывать. Барсик, ты держись у меня. Сейчас мы хильнемся. Пока все пучком. Переходим на вторую волну. Кто у нас там? Блин, два громельки. Блин, и это еще и стражи. Слушай, ну с этим мы покончим сейчас. Вот с этим останется один. Давай также все нахрапом бомбим. И есть контакт. Сейчас фаербол выпустит. Ай-яй-яй. Дебаф.
Пробивной, замечательно. И мини-босс у нас громобой плюс, блин, душитель. Будем с него тогда начинать, потому что, ребята, он шустрый, разбираться должен быстренько, а с громобоем чуть-чуть попозже столкнемся. В минус. Так, теперь не жалко дебафа сделать ради, как говорится, такого дела. Так, так. И уничтожаем. Замечательно. Древесина. Почти 200 миллионов. Ну, с деревом небольшие проблемы, но ничего страшного. Так, забираем пак, который содержит элитных. И, друзья мои, последний бой у нас. Шторморез, Громыль, Лаварых, Шипорез, Громобой Защитник и Кривоклык. Ну что же, погнали. А то событие, которое второе у нас, оно, наверное, еще не открылось, да? Две волны всего лишь? Отлично. А, ну тут, видишь, сразу начинается с мини-боссов, ребят. Тут сразу мини-боссы, блин, 19-18 уровень. Так, минус один сразу же будет. Сейчас шмальнет, да, наверное? Так, ну-ка, столом, сейчас мы за тебя возьмемся плотненько. Нам надо хильнуть команду нашу. Я думал, что такой маленький урон? А у нас же, смотри, понижение атаки поставили. Ё-моё, сейчас еще в барсика прилетело. Будет сейчас его бомбить. Косой, а. Бомби его. А тут два престиголовых плюс громорог. Нам надо залечить раны, потому что барсик в критической, так сказать, ситуации. И они начинают его полоскать опять. Сейчас вдвоем тут распишут. Так, у нас получается, мы на следующем ходу опять хильнемся, когда у нас будет шторморез. Попробуем так сделать. И... отлично. Я думал, что вот этого не уничтожим, а он все-таки... а он все-таки, ребят, отдуплился. Ну, я тебе скажу, это не очень сложное, как говорится... не очень сложный босс. Я думаю, ты это заметил. Все как по ноточкам у нас расписано. Теперь у нас два варианта. Мы можем его либо задебафить, что я, наверное, не буду делать. Я просто сделаю слепоту. Я просто повешу на него слепоту и пускай он тут бьется в конвульсиях, соответственно, ничего нам не делая, не причиняя вреда никакого. А уже дальше мы делаем дебаф, делаем укус. И барсику выпала часть его добить. Хе-хе-хе. Давай, барсик. Вот и все. Событие пройдено. Колесо колесико. Ну-ка, что-то нам дашь. Ага. Опять рыба. Ну и теперь загадочный, или как он там называется. В общем, серия испытаний, по-моему, так называется этот пак. Все это прилетело мне на почту. Давай открывать. Монета Одина, это понятно. Лаварык, Древоруб, Кошмарный Престиголов. Один пак открыт. Да, это серия испытаний, набор. Шторморез. Да, 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 конечно, я его открою и заберу к себе в ангар. Пускай он там и сидит у нас. А дальше рыба у нас полностью. Древесину туда заберем. Здесь у нас награды. И еще вот тут вот. Загадочный пак еще ко всему прочему.
Старморез, громобой, шепот смерти. Прекрасно. В общем, рыбы у нас теперь много. Что я могу сделать? Я могу... Хотел же прокачать кого-то, да? А именно Костолома. 540, ребята. 540 железа нужно для того, чтобы макарёк его прокачать дальше. Ну, я думаю, что в следующей серии я его отправлю на прокачку, потому что у нас будет как раз 574 железа. И он побежит у меня прокачиваться. Так, ну что, нам еще надо, наверное, набить 2 пака ареновских, да? Ну и получить, наверное, Удина пак. Лишним-то он не будет. Так, у нее одиночный плевок. Но все равно я ее ликвидирую, наверное. Лавырик, ты-то куда лезешь? Его, конечно. Лавырык нас пока вообще нисколечко не колышет. Нас больше колышет Громель. Только не надо щиты-то вешать. Промахнулся. И, наверное... Не, давай вот так вот. Прокус. Он специально, ребята, не тратит никуда энергию. Выжидает момента, да? Чтобы захиляться. Или поставить щиты. Одно из двух. Вот дурик. Ну что, следующий поединок. Второй получается у нас. Опа-на. Прихвостень. Парящий. Да хорош. Ты хочешь сказать, что он сейчас еще и вмажет своим огнем? Нет, он не тот стал делать суперудар. К счастью для меня. А вот этот что будет делать? До свидания, шторморез. До свидания, блин. Ох, сейчас я не знаю, мы тут, наверное, сольемся, скорее всего. Давай, наверное, вот так сделаю. Пока. Сейчас пламенем жарит. Как мне вот с этим вот охламоном теперь тут тягаться? Давай фаербол выпускай. Молодец. Так, следующая слепота. Должны мы его раскромсать, друзья. Обязаны просто. Почему кривоклык? Зашибись, кривоклык у меня, блин, пропускает ходы почему-то, непонятно. Все, да выпендрился. Ну и последний, надеюсь, поединок у нас. Такс. Естественно, начну с парящего, потом душителя надо. Точнее, дымодышащего этого шваркнуть как-то. Кривоклык уничтожит парящего прихвостня у нас получается. Давай, добивай его. Упс, я ошибся, это был не мой кривоклык. Это был вражеский. А, блин, сейчас ведь... Ага, хилочка есть, отлично. Я думал, сейчас заварганят мне шторморезы, но пока... Пока вроде дышит. Давай сюда. Сюда атакуй. Просто прокус. И остается кривоклык. Но он сейчас, вот сейчас уничтожит, мне кажется. Хе-хе-хе, ты серьезно? Ты серьезно? Он просто промахнулся, ребят. Значит, ты по делам ему. Все. Ничего он нам не сделает. А мы ему скажем до свидания. Ну что, выпало нам 2 обычных пака и, соответственно, пак вождя. Кошмарный пристеглов, Громель, шепот смерти, крылатый ужас, Костолом, Громорук отпрыск, Костолом дикарь, молодая стрелка,
Слушай, неплохо мне тут навыдавали, если честно, сезонный абонемент. Так, а где у нас шлем? Почему я шлема не видел? Вот он лежит. Вроде бы, ребята, все. Все, что мы могли и хотели, мы уже сделали. С рыбой пока проблемы, так же, как и с древесиной. То есть я не смогу никого сейчас пока никуда отправить. Единственное, что на прокачку можно кого-нибудь. Так, может быть, этого парня, а? Полетел тренироваться. Ну, это уже лишь бы, ребят... А, академка в любом случае уже забита. Ну, забита так забита. Зато мы получим еще одну награду. Так что было все это сделано не зря. 250 коряк. Эх, чуть-чуть, ребят, нам не хватает, чтобы получить 750. Через сколько? Через 5 дней 10 часов закончится, да? Да, получается. Ну, в любом случае, Мюнхгаузера бы я, ребят, не получил бы. 8800, ну я бы никак не накопил, вот поверь мне. Без премиум пака, мне кажется, это невозможно. Ну что, друзья, сейчас я гляну, когда у нас откроется событие. Через 23 часа 25 минут, через сутки, грубо говоря. Ну что же, тогда через сутки мы и увидимся на этом событии и попробуем его пройти. А на этом все, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.